Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить ледниковый период 2, глобальное потепление. Мы вот с вами здесь вот остановились. Пойдёмте. Не играли, потому что сохранение как-то. Не ходи за мной. Ну, мы помним эту заставочку. Я иду в пещеру, чтобы отдохнуть. Увижу тебя. Вы там. Ждали а эту игру? Писали нам, когда будет эта игра. Там один человек написал. Ну нет, не один уже. Несколько раз спрашивали. Ты не проскочишь мимо меня без шума. Сейчас надо будет что-то делать. Оп, подмигнула. Ну и так, пойдемте тогда. Притворись мертвым. Притворись. Обманывай Диего, притворяясь мертвым всякий раз, когда он притворится мертвым, нажми пробел. Обходи кусты, чтобы не привлекать внимания. Все понятно. А что такое? Че, Диего-то за нами охотится? Что, он офигел, что ли? И что это? Время? Ой, что-то я не то сделал. А, мне надо мертвым притворяться. Как? Когда он поворачивается, да? А как? Типа, кусты не задевать. Ай, ай-яй-яй. Мы умерли. Здесь, в общем-то, мышка не нужна на этом задании. Что-то я где-то помню такое задание прикольное было. Пофиг, нигде умирать не надо. В PlayStation-овской игре была такая игра, называется, по-моему, Bugs Bunny. И там точно так же, там какие-то собаки-охранники были, надо было как-то маскироваться. Очень прикольная игра была. Надо все собрать, по-любому, да? Ай, минутка осталась. Блин. Да, видишь, 7 из 14. Мы спим. Умер! Не ешь нас! Мы знаем, что ты... Ай! Мы знаем, что ты хороший, на самом деле. Ай, умерла, все, мы умерли. Ой, а! Итак, две штучки, 27 секунд. Все. И мы сделали это, ура! У-ху! Ура, я того же мнения. Хорошо, пойдемте дальше. Следи за изображением красобела в верхнем углу. Да. Если рядом есть орех, оно меняется. Пошел вон. Ну что ж, пойдемте. Ух ты, что за херня, хвостом? Да. Да, у нас жизни куча. Вроде бы. Какая-то пещера. О, летучий мышь. Ух ты, да. А что мне сделать? Ай-яй-яй, не нападайте, а то я сейчас на вас буду нападать. О, кровь-то надо пить а? У кого-то. О, видел? Видел, как я могу? Кровь-то надо пить у кого-то. Ты подходящая кандидатура. Красобел, ты подходящая кандидатура. Он такой прикольный вообще. С хвостиком. Пушистик такой. Это что такое? Жук. Жук-навозник. Нет, не навозник, носорог. Да? Да. Я видел один раз в жизни. Майский жук. По-моему, носорог. Подожди, жук-носорог? Не, фиг его знает. Они большие. Ё-моё, я как... Ты его вживую даже видел? Да, видел. Давно, или я не знаю. Хер знает, сколько лет назад. Неужели правда видел? Это же экзотический. Там один чел поймал его в коробку и сказал, что засушит. И все. Ничего себе, а где он? Это же он где-то же не... Мы были где-то там в деревне у бабушки в гостях. Там зашли. Не может этого быть. Да, он полетел. Я, в общем, от страха как побежал, на проволоку наскочил. Она так была перетянута, по которой виноград растет. Ой, как мне было больно тоже, по-моему. А он жука этого поймал и все. Сказал, засушит. Ох ты. Ух ты, что за дебил. Ой, это... Собирай фрукты, чтобы пополнить запас энергии. Это позволит, чтобы удар с разворота, нажми D. Чего? Сделав это в прыжке, ты выполнишь атаку сальто. Это что за геморрой? А это кто, босс? Это медведь. Ты белый. Мы сейчас с ним драться будем? Mm-hmm. Ой, мы с тобой драться не хотим. Чибис, ты кто?
А, о, фруктики, фруктики. А зачем? Для пополнения здоровья. А у нас куча здоровья, нас никто не бьет. Под землей может быть спрятано что-то интересное. Ищи места, где можно копать. Чтобы откопать предмет, быстро нажимай кнопку действия. Окей. Окей. Что такое? А, вот здесь? Давай. Так. Ну что там найдем? Ну орех, это не орех, а желудь. Мне надо много раз, что ли, жать? Да. Как бы развернулся, ничего не видно, что он там копает. А, вот так вот, понятно. Это орех. Ой. Да, яблоки. Ты кто? Занят я. Я ем. Ты не представляешь, сколько мне нужно съесть, чтобы не упасть от усталости. Диего же озвучивает это. Что случится, если я не наемся? Ну, я буду уставшим, голодным и не смогу ходить. Кто что? Это вообще? Не знаю, какой-то ленивец, орел. Занят я. Да понятно, что ты занят. Я... Отстань. Я ем. Жри давай. Занят я ем. Что вам еще делать? Ну что нам еще делать? Работать и жрать. Что людям еще делать? А то сил не будет ходить. Побежали. Да, ходить надо много. Наверное, здесь больше нечего делать. А опять этот жук ходит. Мы их как бы не убиваем, а оглушаем. Это... Мне в играх нравится, когда нет убийств, а когда чисто какое-то оглушение. Некоторые спрятанные предметы можно найти по запаху. Нажми, удерживай. Иди на запах. Пройдя к источнику запаха, снова кто-то нажми. Сзади. Так, что это значит? Как это? Чё, нюхаешь? Нюхач. Такой миленький, да он? Ай! Ай! Навозом кидают! Ты чё делаешь-то? Не навозник. Или навозник, фиг его знает. Навозник. А он носорог-навозник. Понятно. Смотри, чё делает, а? Это нельзя разбить? Ты переел, походу. Тебе нечем кидаться. Ох, нихера себе перкоты, как дед. Нет, потратил два лепесточка. Лети, лети, лепесток, через запад на восток. Попади... к... кому? Куда? К орешку. Не хочешь ты туда заходить? Не хочет, видишь, нос большой слишком. Ну как так? Видишь? Нет. Наверное, пока рано туда заходить. Вот сюда можно? Ух ты, можно. О, быстро. Да-да-да. Квикли, я... квикли. Это можно ударить. Так, собираем. Хорошо. Когда поживешь красно, когда получаешь деньги. Шутка. Копаем. Как-то я неправильно немножко копаю. Еще два найти. А, два из четырех. Вини. Может быть спрятано что-то интересное. Ищи места, где может. Чтобы откопать. Все понятно. Ай. Кому нравится игра, ставьте лайки, она будет чаще выходить. Больше лайков. И чаще будет игра выходить. Ты чё в меня кидаешь-то, а? На-ка, зверя. Совсем охренел. У нас белка-крыс может на нас сидеть. Навоз не говорит, навоз катится. Помнишь, как они там говорили? Не помню. Смешно. Чё, не хочешь заходить? Не хочет, говорит. Не хочу, говорит. Ну как-то так-то. Почему ты не хочешь заходить? А что тогда мне делать? Давай еще где-нибудь поищем тогда. Давай, о, клювокрыло летит. Может быть, у мышек что-то спрятано. Пойдем сюда, мышек. У мышек ничего не спрятано. Они спят кверх ногами и кекают кверх ногами. Кто там кверху ногами кекает? Как их там? Собаки-мыши? Да все, наверное, они так ходят в туалет. Да, зашибись, висеть кверх ногами и на себя. О, кабаны! Да это мы в обратную сторону. Горбатые кабаны, а зачем? Я просто посмотрю, может быть, я тут что-то забыла. А может быть, нам уже надо выходить отсюда. Мы сюда как-то зашли, правильно? Тоже через какую-то щель.
Такая здесь хорошая атмосфера. Не запрыгивай. Деревца, все прям такое вот мультяшное, прям даже приятно как-то. Ноги краткие. И, видимо, сюда никуда не пойти. Пойдемте тогда обратно. Эх, кабаны недовольные. Где-то мне нужно, наверное, найти два орешка. Так там же... Ай-яй-яй-яй-яй, не тони, не тони, только не утони. Ай, ай, запрыгивай, ладно, поплаваем. Пираньи, блин, пираньи, пираньи жрут. Жрут. Подъедают. Что они здесь делают? Малыш, только не это, давай, плыви, плыви, плыви от них. Давай, плыви. Куда? Собирай что-нибудь. Орешек собери все. Они что-то... Ну и куда плыть-то? Каюк надо. А, вот сюда, наверное. Кабаны! На него так смотрят, видел, да? Что это такое ходит? Броневой кабаны, броневой. Броневой, броня у него. Ой, ой. Отдайте орешки и идите без спешки. Следи за изображением крысобела. Если рядом орех, то он будет как-то по-другому смотреть. Да? Да. По-другому смотреть будешь. Деньги. Да, мистер Крабс. Отдайте нам эти, как его, орехи и идите гулять. Где же еще? Некоторые странные предметы можно найти, удерживая, иди на запах, пройдя к источнику, да? Так, а, вот смотри, смотри. Смотри, что-то появилось. Да вижу, где-то мы понюху тоже. Он что-то наверх смотрит, видишь? Ну смотри. Значит, это что-то такое, он подозревает. И чё, а как мне его взять? Наверх. А как мне его взять? Наверх. А как будто из этого куста идет запах. Ну, паста там отложена этим жуком. Такой, смотри, подозревает. Ну как достать-то? А, вот так вот. Что-то я там сделала. Еще один надо найти. А ты уже нашла? Как ты нашла его? Чуть не заметил. Он в кустах лежал, представляешь? Жесть. Да. Спрятанный был. То ли там покопаться, что ли, надо было. Сколько давай, всего и нюхать, и ползать полезный, может, полезный, да, полезный. Такой клюс. О, лепесточки. Лепесточки нам здоровье восстанавливают. У нас это такой хорошо. Пираньи же покусали, надо чуть-чуть да, восстановить. Клок шерсти вырвали. Нюхнем? Да, нюхнем. Занюхнем? Понятно, понятно, понятно. Спасибо за информацию. О! Где... А там амбал живет? Челюсти этими двумя зубами. Где? Где? Где наши орешки? Пустите меня туда, кто-нибудь. Нельзя. Видишь, нет, нет. Такой милаш, я не могу. Это его сделали, разработчик так сделал. Видишь, он поворачивается. Ну он и в мультике милашем был. Да ничего не было, только орех жрал и все. Его не показывали в основном. Он бегал всю серию орехи свои. Ну вот мы из-за него играем, он тоже ищет орехи. Не орехи, а желуди. Сейчас орехи. Ты же сказал, что орехи. Сейчас ты, да, сейчас, о. А, мы оттуда прыгали, нахер надо туда идти. Сейчас мы ищем орехи, да. Да. Вот. Ух ты, здесь мы не были. Или были амбалус там? А желуди это не семейство ореховых, да? Нет. Ты хочешь сказать? Нет. А что это? Откуда я знаю? Понятно, понятно, понятно. Можно откопать предмет? Я не интересовался, мне вообще похрену. Желуди вообще на них. Может, у тебя что-нибудь будет? Я жру. Занят я. Занят я. Я ем. А что ты еще можешь делать? Если тебя ударить? Вообще, он такой ленивый, что... Мне даже скучно рядом с ним находиться. Это большой ленивец, наверное. Да, большой какой-то ленивец. Занят я ем. Занят яблоки Гренни Смит, я бы тоже их поела. Зашибись, вкусняшка. Не, я не хочу, ну их нахрен. Не, мне очень нравится, вообще обожаю. Самые вкусные яблоки. По твоему мнению? Да, по моему мнению.
зелененькие Гренни Смит, большие такие. Где же ты, орешек? О! Дай нашли. Нам беспечь. Вот он, куст. Давай. Этот. Ну-ка, что там делать? О, все. Вот это грецкий орех. Надо подойти понюхать у куста, и он типа появится. Все, проходите. Ну что ж, идем в проход. Опять кидает навозом. Какие вредные жуки. Навозник. Жуки вредные такие, кидают навозом. Пойдемте. Пролезаем. Где-то я читала, что крысы могут пролезть в проход, который в 4 раза меньше, чем они сами. Я не знаю, как такое может быть. Какая-то, что такое? Камушки? О, собаки какие-то появились. Волки. Ох ты, какая красота. Койоты, да, или что? Офигу, голубые волки. Собирай камушки, чтобы бросать их в цель. Ударь по кучке камней и собери отлетевшие камушки. Ты можешь носить с собой до 25 камней. Чтобы бросить камушек во врага, нажми левую кнопку мыши. Собирай камушки, да, все понятно. Как мне нравится этот звук, как они воют. 17к. Давайте соберем 25. Все, 25 собрала. Наверное, они будут сейчас за нами бегать, скорее всего. Ай! Ай! Против волка пошли. Все, лежать. Лежать, команда, лежать. Отдыхайте. Мы вас не убиваем, мы вас просто оглушили. Самая добрая игра. Покопаться надо. Копаем, копаем, копаем. Копаем, 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 копаем. А это как за... я каштан. Забыла. Каштан, точно. Желудь, каштан, орех. Фиг его знает, семейство орехов. Что-то мне в них не очень удобно кидать, на самом деле, эти камни. Не очень удобно как-то прицеливаться. Я лучше побегаю от них. А? Как собачки из Пенумбры, да? Ну. Точно, это собаки из Пенумбры. Ну вот и Пенумбру вспомнили. Блин, какие-то тигровые волки. Блин, какие прикольные. Зачем вы воете так часто? И кабанчик еще. Вот, ешьте кабана. Да, точно, это ваше мясо. А здесь что? Прицелишь, что ты можешь бросить камушек в любом направлении. Нажми удерживай, чтобы прицелиться, а затем нажми... Чего? Камешки можно кидать не только во врагов, но и в определенные предметы. Попробуй попасть в растения. Какие растения? В растения над входом в пещеру. Нет, нет, нет. Что-то я не то делаю. Да не хочу я читать, не хочу. О, мамонт. Мне надо только камушки собрать. 25 штук. Все, 25 собрали. Пойдемте дальше. О, еще один орешек. Ты что здесь делаешь-то? Мэнни. Мэнни, да. О, лепесточки. Соберем лепесточки. Пещера летучих мышей. Сейчас летучих мышей нет. Возвращайся сюда, когда прилетят мыши. А зачем? Зачем? О, там какой-то этот бандит стоит. Носорог. Малыш, мелкий. Что-то он меня преграждает путь. Мы там бежим себе по своим делам, орешки собираем. Что? В атаку! Бедненький крысобельчик. Фу, летучие мыши! Это вампиры! Ай!
он их боится? Ты их боишься? Угу. Так, ну ладно. Мы будем знать твое слабое место. Теперь нам нужны летучие мыши, да, наверное? Угу. Найди мышь с орехом и поскорее. Времени в обрез. Так, так, так. Это мне надо запомнить, да, у какой мышки орех был? Первое. Да. Да, такая игра, капец. Все время все что-то меняется. Какая мышь? Блин, фиг его знает. По-моему, это. Смотри, сейчас запоминай. Третья. А, да. Все, и они улетели. Ну, озвучили нормально, в общем-то. Да. Старались. Видно, когда озвучивают, стараются, да. Это вот прям видно даже. Приятно, так сказать, слушать озвучку людей. О, опять эти койотики. Ай-яй-яй-яй-яй, пенумбровские собаки появились. Они даже так же бегают. Что у нас здесь? Ай, 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 не кусайте меня, не кусайте меня. Вы получили приз. Ай! Зажали, зажали. Зажали. Все равно все соберу. Пошли вы нафиг. Ай! Все равно буду копать. Да что ж такое? И? Да, блин. Вот вы достали, а? Пристали ко мне две собаки. Они просто отсобачивают те лепестки, да? Потом жизнь будет кончаться, получается. Да. Наверное. Ага, сейчас. Хотел укусить меня. Какой коварный. П. Б. Еще каштанчик собрали. Каштанчики, каштанчики. Собираю. Я уже так чуть-чуть начинаю приноровилась к этой игре, на самом деле. Может быть... Ай-яй-яй, не нападайте на меня. Я же тоже. Я же тоже почти мышь. Угу. Мы же почти родственники. На некоторых возвышениях так просто не запрыгнешь. Ой, прощелкнула. Просто не запрыгнешь. Опа. Ну я запрыгнула. Я просто взяла и запрыгнула. Молча. Да не бегай ты за мной. О, я его обхитрила. Есть хоть. Прикольно у нас с тобой танец. Смотри, как мы крутимся с тобой, кружимся. Опанзи, опанзи, опанзи. Я вскружила голову этому койоту. А как нам туда запрыгнуть? Черепах. А черепах? Полези. Блин, на кого? Узнаешь, на кого? Но я только что отполировал свой панцирь до блеска. Мне совсем не хочется жертвовать панцирем ради тебя, глупый млекопитающий. Копия, жесть. Ну да, что-то есть. Ну что-то копия, ё-моё. Зря. А, да. Плаваем, орешки собираем, дышим воздухом и покупаем. Что ж нам делать-то? На него забирается под хвост. У хвоста что-то видно. Паста. Мне надо как-то наверх. Ай! Некоторые звери могут помочь тебе в дороге. Иногда для этого достаточно поболтать с ними. Если же все же не помогает, попробуй их стукнуть. Подтолкни их к делу. А, получай. Осторожней, не зли меня. А! Ой, козлина. Кусанные пути, а?
Что-то я никак-то не могу, да? Там как-то скользко или что-то в этом роде. Давай. Что еще? Тебе мало под... Мало-мало, да. Головой стукаемся. Вот дальше дойди, что ли? Да нет, вроде не стукаюсь. Может, его еще раз пнуть надо? Блин, ну пни. Пни. Он же про какие-то подсказки сказал. Хочешь попасть на тот выступ, запрыгнув ко мне на спину? Рискни! Ой, вот так! Ух ты, страшила-то, ё-моё. Хорошая у меня реакция. Все, походу, он больше не встанет. Он заснул. Вот таких ударов. А сюда мы как раз таки запрыгнем. Отлично. Собрали. Убрали. Туда можешь спрыгнуть, а там что? А, вот там можно взять еще один каштан. Пойдем. Пролезаем. Да. Загрузочка. Ну что тогда, давайте, наверное, здесь на этом закончим. Так сказать. Сейчас попробую сохраниться. Вот у нас первое сохранение было. Нам надо посмотреть, главное, чтобы у нас сохранение прошло. Аквапарк 5. Видите, у нас, получается, был первый уровень аквапарка, а теперь у нас 5-й уровень аквапарка. Значит, у нас что-то сохранилось. Это хорошо. Так что давайте здесь, наверное, закончим. Все, здесь закончим. Подписка на канал, ставь лайк, по контакту, комментируй, ставь лайк. Всем пока. Пока.